Салика Продакшн Студио. Так, сегодня ты сильно хотела по своей гениальной просьбе выучить песню женщины под названием Ваенга Елена. На самом деле ее фамилия не Ваенга, а Хрулева. Понимаешь? Елена Хрулева. Ваенга — это река. Вот, она взяла псевдоним реки. Вроде они возле нее жили там с детства, что-то такое. Но Ваенга — это не фамилия, это... Ваенга – это название реки в России. А Ваенга – Хрулева на самом деле. Хрулева. Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Поехали, 3, 4. Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Не смотри мне так в глаза. Нельзя, нельзя. Вспоминать, как рука в руке. Рука в руке, это вот это. Это вот она колхоз спела, да, Ваенга? И все подхватили. Ага. Вот можно же нормально сделать это честно, но нормально, с рукой в руку, да? Как там? Вспоминать, как рука в руке. Классно же. А то вспоминай, как рука. Рука. Рука какая-то. Какая-то. Все ужасно. Рука в руке. Рука. Вспоминай, как рука в руке. Рука в руке. Она рука в руке. Капец. Лежала нельзя. Не теперь мира мала. Рот свой не... Гота не зажимай, открывай хорошо. Вспоминай, как рука в руке лежала, нельзя. И теперь мира мало. Купи во мне. Поехали. Вспоминай. Вспоминай. Вспоминать. Рот открой. Вспоминать, как рука в руке. Рука в руке, рука. Ей заучила вот ерунду. Ты думаешь, что вот она, Ваенга, автор песни, она права? Нет, она может ошибаться. Угу. И она здесь реально ошибается. Потому что, ну, это ненормально так петь. Угу. Рука. Ну какая рука? Кака. Какие? Рука. Да. Вспоминать, как рука в руке. Пожалуйста. Нельзя, нельзя. Вспоминать, как рука в руке лежала. Лежала. Смотри, давай вспоминай. Вспоминать, как рука в руке лежала. Не, попозже, попозже. Вспоминать, как рука в руке лежала, нельзя. Давай. Вспоминать, как рука в руке лежала, нельзя. Не тебе. Смотри, хоть мир тоже, хоть мир во мне. Давай. Хоть мир. Ой, хоть мир. Давай. Хоть мир. Учись фаршлаг делать. Песня-то хорошая, но вот она вот так видит, и людям это зашло. Но таким образом люди десятилетиями воспитываются на дерьме, извиняюсь за выражение, и... Потом думаю, что это классно. И вот следующий такой появился. Вот, например, есть А-студио группа, хорошая группа. Мы все ее любим, типа, да? Там Топурия Кэти поет. Угу. Понимаешь? Ну, начала нормально, сейчас она просто вообще жует. Вообще, ну, вот это норма, я считаю, что не норма. Это не в том плане, что не обязательно нужно как норма. Нет, можно, ну, существуют правила, а есть какие-то исключения из правил. Ну, в рамках делайте. Почему так разнузданно человек поет с этой вот сверхманерностью, да? Я не понимаю, о чем она поет. Я хочу понять. То есть, если ты поешь, ты должна дать людям понять. Вот у меня есть содержание, смысл песни. Смотрите, вот об этом. Это рука моих.
Это новый язык какой-то. А я, кстати, когда слушала, я даже не замечала, что оно так, ну, типа, просто слушала. Ну, смотри, поцелуй на моих! Ну, это что это такое? Ну, вот, ну так вот ты задумайся. Просто у нас люди, они вопросов не задают. Вот как спели, по телеку показали, это значит правильно. Да неправильно это. Все ошибаются. Она, я считаю, это ее как бы, ну, ей нормально, а да, по мне это ошибка. Если бы воспитывали на нормальном, как бы на маях и рука, тогда, я думаю, люди все-таки стали требовательным бы к содержанию песен. И замечали бы вот эти грубейшие ошибки. Например, там девушка мечты, да, любовь, и тебя я не увижу больше вновь. Это же ужас, не увижу больше вновь. Можно не увидеть больше или не увидеть вновь. А он больше вновь сказал. И это в 95-м году зашло всем, и вот такое, такая масса, такого серая масса миллионов людей воспитывалась на этой ерунде. Никто не задумывался, правильно написали, грамотно написали, неграмотно, спел. Ну, она, может, и грамотно написала Ваенга, но она же неграмотно спела. Ну, типа, а почему я должна делать, типа, как вам кажется, правильно? Нет, есть вещи, когда можно отойти от правил, а есть, когда допускать что-то нельзя.